Таким темпом я скоро заговорю по-казахски. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Сильбегүл. Қалыңыз қалай? На прошлом уроке мы выучили 9 специфических букв казахского языка, и также, как для практики, я спела на казахском языке. Вы посмотрели? Если честно, раньше у меня не было уверенности, даже я, когда знаю несколько слов казахского языка, выговаривать я стеснялась, но сейчас, так как я начала YouTube и сама занимаюсь по пятимерному, и у меня немножко появилась уверенность, и недавно я пошла в супермаркет, и я сама говорила на казахском языке, я попросила «Екі гамбургер». И они поняли, и мне задавали вопрос. И самое интересное, что я начала понимать. Ура! Я думаю, особенно для корейцев, за полгода мы можем выучить казахский язык. Конечно, ошибки мы будем делать в разговоре, грамматические ошибки мы будем делать, но мы начнем разговаривать, я уверена в этом. Сегодня третья книга. Тут местоимение. Помните, в первом видео я объяснила структуру языка? Структура казахского языка S, A, O, V. То есть сегодня мы будем учить местоимение, а там именно S. Местоимение входит в S. Кто? Что? Вот, поэтому в этой книге мы будем учить именно местоимение. Мен, мен, сен, сен, сіз, сіз, ол, ол, біз, біз, сендер, сендер, сіздер, сіздер. Олар, олар. Бұл, бұл. Анау, анау. Мынау, мынау. Ана, ана. Ох, так много. То, что в английском мы можем сказать только you, а тут сен, сендер, сіздер. Но я думаю, скоро мы привыкнем. И для тех, кто только начал заниматься казахским языком, я хочу сказать, что не стесняйтесь. Ничего страшного, что мы пока делаем ошибки, мы же учимся. Так что самое главное, не стесняйтесь. Наоборот, все радуются, когда вы начинаете говорить. Если вы хотите изучить казахский язык, не забывайте поставить лайк и нажимать колокольчик. Сау болыңыздар!